Я Гулеева Анастасия, руководитель по туризму предприятия «Художественные промыслы. Город Лихославль». И мы в проекте «Тверь Тим». Один из самых главных факторов нашего успеха – то, что мы вместе слаженно работаем с мужем. У нас общие какие-то одни и те же цели, и мы их вместе достигаем. Чем мы уникальны? Тем, что мы как туробъект показываем и рассказываем нашим гостям, как происходит производство керамических изделий от самого начала, от заготовки глины до его готового вида. Мне нравится заниматься керамикой, то есть от гончарного промысла на гончарном круге я могу сидеть очень долго. Я специально не училась, просто сажусь сама, и мне нравится этот процесс. После того, когда я слеплю игрушку, я уже как новенькая, то есть прошла какую-то реабилитацию эмоционально и душевно, и начинаю как будто все заново. Корейская кухня, она проста. Поэтому она особенна. Если говорить о щах из крошева, тоже не очень необычное блюдо, но приготовленное в печи, приготовленное правильно, очень вкусное. И это, кстати, блюдо зародилось именно в Тверской Карелии, здесь. В рамках туризма рассказать о том, что здесь живет такой народ, и какое-то время даже было, что здесь карелов проживало в Тверской области больше, чем в самой Карелии. Поэтому я считаю, что это важно показать, это исторический факт. Если раньше, например, мы боялись себя признать, что мы карелы, да, что у нас есть предки карелы, то сейчас для молодых, в связи с тем, что эта тема очень хорошо развивается, для молодых приятно себя отнести к карелам. Когда мы начали только проводить экскурсии, мы вообще не знали, что к нам поедут, потому что как город, как Лихославль или Лихославский район, он не был совершенно туристическим. Почему приезжают из больших городов? Им интересно, как живут люди в малых городах. Я вижу, когда наши гости довольны, если я это ощущаю на себе, значит, я удовлетворена своей работой, значит, мы делаем все правильно.